БП-220, я БП-880. Примите канал по первой, второй паре, скорость 2,4 километра в секунду. Канал принят. Показать не только свои навыки в настройке связи, но и отличную физическую подготовку. Связисты со всей России соревновались в Ульяновске на звание лучшей команды. Главное – выполнить все нормативы на радиостанциях средней мощности, командно-штабных машинах, станциях спутниковой связи и мобильных комплексах закрытой видеоконференц-связи. Все в полевых условиях. Военные должны были проложить проводные линии связи и настроить радиосистемы. 201, я 202, проверка связи. Как слышишь меня? Есть. Все задания проходили на время, а плюс ко всему необходимо было пробежать полосу препятствий. Военные прыгали, стреляли и даже надевали защитные костюмы и противогазы. В играх приняли участие 36 экипажей, которые с успехом прошли отборочные этапы в своих воинских частях. Первое место по итогам заняли связисты бригады управления из Екатеринбурга. Серебро досталось ульяновцам, военнослужащим межвидового учебного центра связи. Замкнули тройку сильнейших команда бригады специального назначения из Самарской области. Лучшие связисты конкурса вошли в сборную команду Центрального военного округа, которая примет участие во всеармейском этапе. Анна Тищенко, Улправда ТВ.